Всем привет, ребят! Как всегда, вышел пошариться по мусоркам. И вот здесь вот уже такая куча целых рубашек. Но, к сожалению, как видим, о рубашке написано Home Credit Bank. То есть они все такие. Ну вот, которые запечатаны, я тут раз, два, четыре рубашки таких возьму. И вот здесь вот, которая распечатана, здесь висит штук 10. Все размеры разные. Ну вот эти возьму и пойдем дальше. Попались мне вот такие вот шарики новогодние. В принципе, они тут, как видно, целые. Вообще, такой колокольчик. Нет, колокольчик разбитый. Ну, сколько шариков тут. Оставляем, идем дальше. Вот, ребята, сейчас покажу прикол. Копаюсь. Тут какая-то бабушка, видимо, все спрятала в газетку. Развернула эти газетки. Вот здесь вот такой вот телефончик Samsung. И вот здесь вот газеты. Походу, тут еще один. Да, еще один. Тоже вот такой вот телефончик Samsung. Это... Рядом с ним вот такая вот зарядочка. Ну, зарядочка, как я понял. Не, написано Samsung на зарядке. А, это старый, старый Samsung. Да. Да, вот он. А здесь какая зарядка? А здесь не знаю, какая зарядка. Где она вообще зарядка? А, ну, не знаю. Потом дома посмотрим, берем. Попался вот такой вот интересный чайничек со свистком. Компания Hoffmann. Ну да, Hoffmann. Даже не знаю, что с ним. А, уже поплохело ему чайничку. Ну ладно, оставим. И вот такой вот пакетик. Ну а здесь, судя по всему, какая-то куртенка лежит. Сейчас разверну, покажу. Без комментариев. Попались довольно интересные сапожки. С виду почти новые. Сейчас будем их выковыривать. Так, выковырил эти сапоги. И вот смотрим. Ну, не знаю, кожаные, не кожаные. Похоже на кожаные, но состояние, как видим, очень хорошее. Ну, названия, как всегда, нету. Ну, забираем. Размер 38. Забираем. Дома еще раз глянем. Не поверите, ребят, нашел 50 тысяч рублей. Вот с этой самой мусорки. Вот здесь вот лежит вот такая сумочка. Валялась она где-то вот здесь. Подошел, начал аккуратненько ее рассматривать. Все, посмотрел. И оказалось, там 50 тысяч. А вот они сами 50 тысяч, которые лежали в этой помоечке. Вот, пожалуйста, 50 тысяч рублей. Берем, идем дальше. Вырыл в помойке вот такой вот пакетик. А тут видим целую кучу консервов. Сейчас посмотрим. Так, ну в общем, вот такие вот тут баночки. В основном все. Килька. Конкуренты ходят. Ну, они уже половина все вздуты. Поэтому оставляем. Идем дальше. Покопался еще в мусоре, нашел вот такие вот ущички, вот этот поводок, вот такой вот удлинитель большой и вот такой вот кошелечек. Как вы думаете, что в этом кошелечке? Сейчас покажу, я уже сам посмотрел. Та-дам! Ой, не видно. Ну да. Тут гривни. 78 гривен. Остается теперь вопрос, где их можно поменять, эти 78 гривен. В Москве. Ну, здесь больше кошелечки ничего нет. Выбрасываем. Идем дальше.
попался вот такой вот кран латунный. Больше здесь ничего нет. Игрушки абсолютно новые. Вот она, в коробке. Вот такая вот собачка. И абсолютно новая. Здесь она. Сейчас вот это оставим. И так, вот здесь вот в пакете. Еще вот такая. Тоже абсолютно новая. Забираем. Сейчас все покопаемся. Тут может еще что есть. Ты попалась мне сейчас вот такая картина. Вижу, вот уже провод лежит. И коробки. Удлинитель вон ли. А, ну это удлинители есть. Ну вот коробки сейчас проверим. Ладно, сейчас проверим. Так, попалась мне сейчас вот такая вот куча проводов. На медяшку все пойдет. И вот такой вот. Забыл, как он. Ну, для ксерокса. Когда он запечатанный. Ну, срок годности пока не знаю. Не вижу. Берем. Пойдем дальше. Попались вот такие вот три пиджачка. Ну, судя по всему, ну, возможно, носил какой-то дедушка. Такой. Еще тут какой-то респект. Карманчики я уже прошоркал. И Гарвин какой-то. Вот такие вот три пиджачка. Идем дальше. Попалась вот такая вот селфи-палка. Целая. Проблема в том, я не знаю, как ее включать. Она без провода. Не знаю. Ну вот я ее уже на кнопочку тут нажал. Она горит. Ну, горит. Не знаю. Берем. Забыл показать. Здесь же вот такие вот бокальчики попались. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь бокалов. И они все абсолютно новые. Ну как новые? Они не новые, но там какой-то рисунок. Даже не знаю, брать их, не брать. С виду целые. Восемь штук. А что с ними делать? Не знаю. Ну ладно, сейчас посмотрим. Итак, пробежимся быстро по находочкам. Так, были найдены две вот такие гирляндочки. Ну вот это вот, как видим, она оторвана. Потом я еще посмотрел. Здесь вот, возможно, она горелая. Поэтому на помойку. Еще одна вот такая гирлянда. Это уже вторая такая же. Но здесь половина лампочек не горит. Ну, не знаю, что с ним делать. Пускай лежит. Так, вот такие вот три штучки оперативочки. Две оперативочки по 2 гига. И вот одна вот такая поменьше, там на 1 гиг. Там вот такая вот штучка какая-то. Но это я не знаю для чего. Так, ладно. Вот такая вот гжель была найдена. Полностью целая. Взял я ее. Вот ее маркировочка тут. Так. Ну, возможно, удастся продать. Так, вот эта вот селфи-палочка. Я так и не понял, ну, как она работает. Но тут проблема, у ней кнопочка где-то находится вот сбоку. Ну, вот так, возможно, работает. Ну, не проверял. Ну, складывается. Так, вот такие вот рубашечки были найдены. Новенькие, но они вон подписаны. Home кредит. Ну, не знаю, пускай валяется. Вот это вот булка женская. А вот это уже у нас сорочка мужская. Здесь две штуки. А, то вот еще одна сорочка. Мужская. Так, ладно, идем дальше. Вот такой вот Фен Филлипс. Еще один. Перед этим я другой находил. Я уже только что проверил. Он там с насадками. Состояние у него очень даже, в принципе, нормальное. Полностью с насадками. Рабочий. Кому-нибудь продам. Так, ну ладно. Так, что у нас? Были найдены два таких вот телефончика Samsung. Я их проверил. Полностью рабочие. Ну, уже выставил в своей группе. Пускай продаются. Так, ну здесь вот 78 гривен нашел.
Ну, они что-то стоят рублей 200, я уже посмотрел. Ну, вот у этой гривни мне понравился вот очень красивый номерок. Возможно, продам как красивый номер. Так, дальше, кто помнит, нашел вот я вот такое вот колечко. Находил. Сходил я в ломбард, оказалось серебришко. 6 грамм тут. Так, что у нас еще? Вот такие вот мягенькие игрушки. Абсолютно новые были найдены. Вот этот вот мышонок такой. Новый, все. Ну, уже подарил. Вот такой вот Canon. И как он? Ну, забыл, как называется. Ладно. Ну, в общем, понятно. Его я уже выставил на продажу за 1000 рублей. Может, кто и заберет. Ладно. И вот такая вот игрушечка. Самби, собачка. Ну, я их по интернету посмотрел. Они есть такие, а есть и со свистком, есть другие. Но это, к сожалению, без свистка. Но тоже гавкает, ходит. Ну, тоже я ее сейчас выставил на Авито, на продажу уже поставил. Так, ну что. А, ну и были найдены вот такие вот бокальчики, я их взял. Ну, пришел домой, а тут оказалось, они вот должны были немножко были позолочены. Ну, позолоткой тут послетало вся. Здесь ободок должен быть. Послетало. Возможно, отнесу назад. Ну, на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь, комментарии пишите. Пока.